Часто в Абакане встречается вот какая проблема. Карман для остановки автобуса есть, но заехать туда маршрутка не может. Все места заняты автомобилистами, которые не нашли другого места для парковки. Вот, к примеру, напротив 25-й школы точно такая ситуация. Инспекторы вот что советуют. Руководитель может остановиться для посадки и высадки пассажиров, если это не мешает движению маршрутных транспортных средств. В случае, если граждане обнаружат заставленные стоянки в городе Абакане, они могут позвонить в дежурную часть ГИБДД города Абакана по телефону 354605. На место будет отправлен экипаж ДПС. Скажите, пожалуйста, а здесь можно стоять вот именно в этом месте? Да, да, да. Что на камеру снимают? Ну, не снимайте, пожалуйста. Естественно, я тоже стал. Ну, не знаю, наверное, может так же нарисовано. Чтобы водители точно знали, что в этом кармане стоять нельзя, вскоре здесь должна появиться желтая разметка. Уж ее-то точно трудно будет не заметить. А пока тем, кто ждет общественный транспорт, нужно быть предельно внимательными, заранее увидев автобус, подходить к проезжей части, чтобы не опоздать, пока пробираешься через наставленные машины.